Организация Объединенных Наций предупреждает об угрозе голода, нависшей над восточным Алеппо, где остаются заблокированными 250 000 человек. Ситуация осложняется холодами, которые становятся все сильнее с наступлением зимы. У сотрудников гуманитарных организаций, находящихся в восточном Алеппо, заканчиваются продукты для мирного населения. Прямо сейчас, пока мы с вами говорим, распределяются последние продовольственные пайки в восточном Алеппо. И на следующей неделе поставок не ожидается, сообщил помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгелан, который занимается гуманитарными вопросами. Ситуация в Алеппо, втором по величине городе Сирии, обострилась в сентябре после срыва перемирия между правительственными войсками и повстанцами. Он надеется, что массового голода удастся избежать, достигнув соглашения о создании гуманитарных коридоров.